Рада приветствовать вас, друзья, в эфире «Телегид», ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Будни и выходные на этой неделе проведем максимально интересно. Ленты захватят всех и каждого. Я, Анна Троян, сейчас расскажу, когда включать ЛРТ. Всем знакомый глухарь проведет с нами вечер среды. На ЛРТ выйдет полнометражная лента о его жизни. Два друга детства работают в одном отделении полиции. Ужин, который они проводят с друзьями, преподносит им ужасный сюрприз. Случайная ссора с одним из посетителей, после которой его находят убитым, переворачивает всю жизнь Глухарева и Антошина. Друзья объявлены в розыск, как опасные преступники. Теперь за ними охотятся не только бывшие коллеги, но и профессиональный наемник, работающий на семью погибшего. Следим за развитием событий 1 августа в 22:00. Короче, Колян, что удалось выяснить? И на, держи. Слушай, тип, которого убили. Вот он. Он на отца работал. Вел какие-то его дела. Поговаривают, что неофициальные. Ага, вот оно как. Большими бабками ворочал? Не маленькими. А это его младший брат. Он тоже на отца работает. Но по белому. Управляет группой его компании. А в четверг я гарантирую вам отличное настроение, ведь вечером вас ждет незабываемая встреча с музыкальным квартетом. Овации, цветы и поклонники остались в прошлом. Ну а бодрые старички из Дома ветеранов оперной сцены не намерены сдаваться. Каждый год в день рождения Верди они устраивают гала-концерт. Гвоздем программы на этот раз должна стать новая постоялица. Бывшая прима и настоящая стерва. Будет ли ее воссоединение с давними партнерами успешным? Увидим 2 августа в 22:00. Что это за какофония? Я это занятие прогуливаю. Право-влево! Сиси, вы все пропустите! Заходите, заходите! Теперь в стороны! Бедрами шевелим! Это не дом престарелых, это дурдом. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Самый популярный способ выбрать правильный арбуз – это по нему как следует постучать. Звук должен быть объемным и должны услышать эхо. Здесь звук плоский, не объемный. То, что надо, будем пробовать. Эти выходные нам предстоит провести в компании одного очень интересного семейства. Свиридовых ждите в субботу и в воскресенье. Отслужив в армии, Иван приезжает домой. В честь этого друзья устраивают вечеринку, где наш герой встречает свою любовь. Товарищи предлагают Ивану работать с ними в автомастерской. Но у него более амбициозные планы. Однако дядя Миша подготовил для своего племянника план, в котором уже продумана вся его будущая карьера. Удастся ли вчерашнему солдату реализоваться? Смотрим сразу в 4 сериях, которые стартуют в 12:30. Ванька, ну ты приподнялся, наладился. Ну так. А все, Ванька, кранты. Мы на осадном положении. Приказ никого не пускать. Понятно. А осаду мы держим с водяным пистолетом. Мощно. Ты что, с ума сошел, что ли? А где ты сейчас нормальных людей сыщешь, Ваня? А еще, мои друзья, выходные будут наполнены приключениями. Первое нас ждет субботу, когда мы увидим фантастические пейзажи и жизнь вдали от цивилизации. Однако картина «Волна» – это вовсе не документальный фильм. Поэтому готовимся к опасностям. Красота природная для наших героев оборачивается совсем другой стороной. Суровые стихийные силы вырываются на свободу и сметают все на своем пути. Группа геологов обнаруживает разлом в горной породе. И есть вероятность, что повторится беда, произошедшая много лет тому назад.
Смогут ли они уцелеть в надвигающейся катастрофе? Увидим в ленте 4 августа в 20:30. Второе приключение этого уикенда – потрясающая легенда о Красном Орле. Сильный и динамичный приключенческий боевик порадует любителей истории о королевских интригах и заговорах. 17 век – встреча представителей самых влиятельных стран того времени. Для участия в ней приехал даже сам Папа Римский. Хоть и все здесь для поиска пути и примирения, реальные мотивы мероприятия – намерение атаковать королевство Испании. Чтобы гарантировать успех заговора, совет решает с помощью кровожадного наемника покончить с непокорным Красным Орлом. Как закрутится эта история, смотрим в воскресенье, 20:30. Сатурн? Антонита? Черт тебя побери, иконократ! Тебя вздернут! Нет, мы должны остановить иностранцев, которые хотят напасть на город. Нам нужна лошадь, чтобы предупредить солдат. О, Боже! Замечательно. Это же секрет! Стой! На этом все, мои друзья. Полный обзор программы и фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. А еще подписывайтесь на нас в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий округа. Я, Анна Троян, желаю вам запоминающегося лета. Пока-пока!